Ряды новобранцев российской армии пополнились 18 призывниками Петроградской стороны. Накануне в районной администрации прошла торжественная церемония их отправки в войска. Новобранцам повезло. Их место срочной службы определили рядом с домом, в Западном военном округе. Я считаю, что у меня лично служба и погоны спасли от огромного количества проблем, которые я мог получить осознанно или неосознанно. В подарок от властей новобранцы получили бритвенные принадлежности, часы с логотипом района и номер мобильного телефона бывшего главы района, а сейчас депутата ЗАГСа. Юрий Гладунов призвал звонить по любым спорным вопросам.